Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о очень крутом заработке, заработке на NFT-играх. Ну а перед этим хочу вас попросить подписаться на канал, поставить лайк, конечно же, и, естественно, подпишитесь на наш телеграм-канал, потому что без него, ну, никак уж. Вот. Так вот получается, что много способов заработка не запостишь на YouTube, потому что нужно снимать потом просто сутками, блин, и надо очень-очень много людей. Времени тоже не так много, но все-таки я стараюсь для вас, конечно же, снимать и вас так не оставляю. Итак, как всегда, у нас максимально подробный обзор, все поэтапно, максимально понятным, простым языком, как говорится. Итак, переходим в наш телеграм-канал. Вот. То, что мы сейчас здесь с вами увидим. Это то, что, к примеру, есть вот такая карточная довольно такая игрушка. Называется новая крутая карточная игра Zoids Wheel Arena в сети Polygon. Сейчас в игре проходит второй бета-тест призовым фондом $20,000. Также разделят среди топ 10 тысяч. Второй фонд с 25 января по 8 февраля до 2003 года. Итак, что нам нужно делать? Все этапно, как всегда, расписано. Ну и, как всегда, я делаю, естественно же, обзор. Итак, сначала, что нам нужно сделать? Зарегистрироваться на сайте. Мы переходим по ссылке в описании из телеграм-поста и попадаем на вот такой вот пост. И что нам нужно дальше сделать? Потом, чтобы зарегистрироваться здесь, нам нужно нажать Join Now. И здесь, естественно, регистрация. То есть мы пишем здесь почту, подтверждаем пароль и здесь, как сюда, галочки у нас. Ну и понятным делом, что здесь мы нажимаем Submit. Сохраняем, Done, и нам должно прийти на электронную почту, естественно, письмо. Ну вот, пришли мы на почту и самое верхнее вот письмо, email. И вот, email авторификацию мы нажали, Go Home нажимаем, конечно же, с вами. И вот мы здесь пока мы есть. Итак, что теперь нужно сделать в следующую очередь, когда мы зарегистрировались? Мы заходим назад в телеграм-канал, и вот есть вторая ссылка, мы по ней нажимаем и переходим, конечно же. И подвязываем свою, скажем так, MetaMask. Здесь мы нажимаем Sync In, естественно, и, естественно, тоже вбиваем то, что мы когда регистрировались, то есть почту и пароль. Итак, вот мы нажали, все сохранились. И смотрите далее, что нужно следующим образом, конечно, сделать. Итак, здесь вот это вот красное, что написано, сейчас вам расскажу. Вот, зарегистрировать кошелек, вы должны зарегистрировать адрес своего кошелька, свои учетные записи. Нажмите на баннер, чтобы открыть MetaMask и выберите адрес кошелька для регистрации. Если в вашем браузере не установлено расширение MetaMask, баннер приведет вас на страницу установки. После установки нажмите на баннер еще раз, чтобы продолжить. То есть, если у вас еще нет MetaMask, вы нажимаете, устанавливаете себе, полностью подвязываете MetaMask, все секретные ключи, все это сохраняете, потом опять возвращаетесь сюда, у вас атака должен MetaMask появиться. Вот. Можете нажать и с самого начала там поставить, например, сеть Matic. Итак, вот идет сама установка, подключение, как видим. Все здесь сохраняется. Нажимаем, конечно, Done, окей. Все, в принципе, пока есть вот эта вот штука есть. Что теперь делаем дальше? Итак, когда мы подвязали MetaMask, нажимаем на No Name. И как видим, здесь есть адрес нашего MetaMask, наши карты, минтинг NFT. Вот, можно выводить, например, наши там заработанные средства. И, естественно, ну, пока реферальной системы пока здесь нет. То есть по рефералке вообще пока ничего не заплатят. Вот. Потом мы выпускаем. Теперь мы возвращаемся по первой ссылке, естественно же, на первый сайт. Вот. Вы вот сюда вот вернулись, опускаетесь вниз. И как видим, мы здесь можем играть как на Android, так и на ПК. Мы скачиваем, вот нажимаем сюда ПК. И вот идет загрузка Zoids Wheel Setup. То есть скачиваем. Устанавливаем, вот, next, next, идет установка вот такая вот. Ну и, конечно же, нажимаем здесь finish, ждем загрузки. Все, как видим, идет загрузка данной игры, обновка, обновление закончится. Что еще хотел бы добавить, пока идет загрузка, то, что игрушка занимает второе место в топ-2, скажем так, второе место занимает по поводу данной игры.
по рейтингу. Игрушка реально крутая, здесь можно реально круто заработать. То есть, грубо говоря, я там в дальнейшем покажу, сколько и что к чему можно зарабатывать по поводу карточек. То есть, начинаем все вместе и начинаем юзать эту игрушку и зарабатывать. Ну а здесь, что мы делаем? Мы, конечно же, пишем сюда свою почту и, естественно, пароль. Нажимаем галочку и нажимаем логин. Там мы пару раз нажали, чтобы все запустилось. И теперь все, что запустилось, мы теперь что мы делаем? То есть идет опять некоторое обновление данной игрушки и немножко нужно подождать. Итак, я извиняюсь, там, возможно, было плохо слышно. Вот, в этом было несколько определенных там этапов игры, что можно нажимать. Вот, есть Start Battle, Территория, вот, Vive Ranked, то есть, когда у вас уже есть по определенному рейтингу, вы уже играете. И вот сезон, 9 дней, то есть осталось до конца сезона. Сейчас еще постараюсь подрассказать по максимуму, конечно же. Так, теперь мы заходим, например, на почту. И как видим, да, что дают вот таких 100 тысяч, 20 по 20. Вот, все вот это вот мы для турнира, естественно, это все даю. Мы это все получаем, нажимаем ОК. Вот. Потом у нас в правом нижнем углу есть шоп, мы нажимаем вот сюда. И как видим, у нас есть здесь 130 карт. И тут внизу у нас есть Open 10 карт. Мы открываем эти 10 карт. Идет загрузка вот такая вот, как мы видим, да. И получаем, естественно, мы вот эти вот 10 карт с данной вот игрушки. Сейчас посмотрим, какие карты нам выпадут. Вот, произошло. Ну и как видим, вот открываем. Разные уровни, да, как видим, есть. То есть, ну вот такие вот карты мне выпали на данный момент. Итак, постоянно открываем вот эти по 10 карт. Ну и как видим, вот, например, вот карта, это уровень, это, например, урон, а это защита. Ну и 4 звезды это редкость, но вот самое большее, что у меня выпало на данный момент, это 4. Пока мы 100, и так дальше начинаем открывать, пока все не откроем все карты. Вот, сейчас подожду, пока все откроется, ну и потом, конечно же, продолжу. Игрушка напоминает, может, кто играл в God Exchange, вот, або другие карточные игры, ну, банально, тупо похоже, очень-очень все, графика, все построение и так дальше. Вот. Так что, ребята, играем, юзаем, блин, игрушка реально крутая, будем, блин, юзать, хотя бы несколько баксов здесь можно, думаю, будет заработать с данной игры. Итак, вот, все, последняя колода, все, нажимаем ОК, и теперь заходим непосредственно, назад возвращаемся в саму игру. Итак, нажимаем мы после этого всего на дека. И, например, вот нажимаем сюда. Это идет как мини-обучение, что нужно есть там по звездочному, по уровню, по мане и так далее. Это все выставляет по ранжировке. Нажимаем ОК и, например, начинаем. Вот есть первый уровень, ставим, да, потом вот, например, вот такого вот плана. В общем, не могу там сказать что-то особо, потому что сам еще вникаю в весь этот процесс игры. Вот. Но, по крайней мере, игрушка довольно такая интересная. Думаю, будет зайдет многим. Вот. Здесь это отжать. Ну, такого вот плана. И начинаем вот собирать. То есть смотрим, какие здесь есть получше, какие посильнее и так дальше, тому подобное. То есть собираем. Ну, а потом уже как более уже разберемся. И ссылки, все остальное, пост, конечно, уже будет в описании. И так многое и другое. Так что, ребята, юзаем, пробуем. Игрушка довольно такая крутая, как видим. Можно играть. И насчет заработка там еще покажу тоже некоторый такой маленький нюанс. Вот, что там есть, как есть и так дальше, тому подобное. Потому что игрушка для нас новая. Мы вот учимся, разбираемся. Чтобы это все не затягивать, потому что, как правило, бывает такое, что игрушка вышла, блин, я пока там разобрался, все такое, а, блин, ну, так как у меня времени намного меньше, чем у вас, вот, то вы, например, бы уже разобрались, и у вас бы получилось бы, может, что-то заработать. Вот. Ну, такой вот план. Вот. Ну, пока, я думаю, один мы выкинем. Вот. И возьмем еще 6 уровня. Вот, например, трехзвездочного. Вот, три звезды, три звезды. Я по звездам больше ориентируюсь.
Я думаю, что чем звезды более, уровень более, значит, можно, ну, я думаю, он помощнее. Ну, такая у меня логика, можно сказать. Вот. Ну, посмотрим, что оно получится с этого всего. Ну, и последняя десятка. Нажимаем Save, сохраняем колоду карт, естественно же. И что еще хотел бы показать, что есть здесь вот апгрейд, когда у вас, например, три карты одинаковых, вот, например, вы поставили раз, два, вот, четыре карты, если у вас есть одинаковые, вы можете их апгрейдить, и, как видим, дальше оно будет тратиться вот этих вот 1000 поинтов, это будет, грубо говоря, $1, вот, и ищите, например, похожие, как здесь, вот, нажали, окей. И вот, и, например, апгрейд. Нажали вот сюда. И сейчас смотрим, что получается. То есть увеличилось, да. То есть с одной звезды стало две звезды. Увеличились некие определенные навыки. И вот таким вот образом, в принципе, можно еще тоже улучшаться. Плюс есть здесь рейтинг. Тоже будем играть в данном рейтинге. Ну, чтобы вы понимали, что здесь 10 тысяч рейтинг. Вот. И топ-10 тысяч, которые даже попадут, они попадут, получат даже по $1. Ну, чтобы вы понимали вообще. Вот. Уже дальше топ-50, там, например, там, или топ-1000. То есть по $50 и так дальше. То есть, в принципе, и рейтинг намного больше и лучше, естественно, он запускается и обновляется с помощью, например, на самом сайте. Это учебный такой бой. Туториал нажимаете, дека, ждем. И вот, например, ставим карты свои, вот, зажимаем, и, как говорится, понеслась вот такой вот этой игрушки. Вот, тоже здесь есть армия и так дальше, то есть ждете вот эти все ходы, в принципе, все можно здесь, есть колода карт и так дальше, все реалистично, все круто, классно. Не буду затягивать эту игрушку. Вот, в принципе, будем все вместе разбираться и, естественно, играть в данную игру. Всем спасибо за внимание, всем пока, хорошего профита.